Генеральный директор Международной шахматной федерации ФИДЕ Эмиль Сутовский впечатлен выступлением сборной Армении, которая завоевала серебро по итогам Всемирной шахматной олимпиады. Армянская сборная опять показала чудеса сплоченности команды, лишь по дополнительным показателям уступив золото. Сборную покинули Аронян, Акопян, Мовсисян, но новое поколение во главе с героем прежних лет Саркисяном выступило выше всяких похвал. И лидер команды был невероятно хорош, и Роберт Аванесян громил всех, забыв про природную интеллигентность, написал Сутовский в своем фейсбуке. В составе команды Армении на Олимпиаде играли Габриэль Саркисян, Грант Мелкумян, Самвел Терсаакян, Мануэл Петросян и Роберт Аванесян. 44-я Всемирная шахматная олимпиада проходила в индийском городе Ченнаи с 29 июля по 9 августа. Победителем по дополнительным показателям стала команда Узбекистана. Серебро у Армении, на третьем месте вторая команда Индии.